С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Прямой трансляции на ваших экранах. Итальянский футбол высшего уровня. Отличный футбол ждет нас сегодня. Спасибо, Георгий. Всегда здорово работать в такой атмосфере. Полный стадион, поле в идеальном состоянии. Ничто не должно помешать командам показать лучшую игру. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. В воротах Стракоша. В обороне Ачерби в паре с Рамосом. Милинкович Савич вместе с Луисом Альберто на флангах полузащиты. И в атаке сегодня играют Чиро и Мобили. Бразильский футболист Джованни Элбер, будучи игроком Штутгарта, однажды получил в первом тайме желтую карточку за разговоры с судьей. Но в чувстве юмора бразильцу не откажешь, и на второй тайм он вышел, демонстративно заклеив рот красным пластырем. На экране стартовый состав гостей. Как будто подсмотрели расстановку у противника. Но команды-то разные, а идея у них общая. Игра началась, смотрим. Очень грубо в отборе сыграно, желтое тут может быть. Итак, самое начало матча, а рефери уже достает горчичную. Да, решил не шутить с самого начала и обозначает допустимый уровень нарушений. Похоже, сегодня нас ждет предельно чистая игра. Чиро и Мобили. Франческо Ачерби. Дает арбитр, игру продолжит. Сергей Милинкович Савич. Милинкович Савич с мячом. И навес чуть назад. Как здорово, он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец! И вполне заслуженная желтая карточка. Да, и заметьте, арбитр особо даже не раздумывал и очень хорошо разобрался в этом эпизоде. Он подает в центр штрафной. И ничего опасного здесь. Сергей Милинкович Савич. И счет открыт. Увидели мы все-таки быстрый гол. И это очень серьезное преимущество уже в самом начале игры. Повторяют голевую атаку. Отличная передача в разрез пошла. Удар получился что надо. Сильно и низом он пробил. Классный гол. Один-ноль. Сейчас будет веселее.